взвешивай. Итак, ставим на весы. Что она крутится? 67,1. Блины чуть-чуть. Двушки по 2,5 нестандартные, самодельные, поэтому 67,1. Сейчас контрагруз. 16-килограммовую гирю. Ставим, что покажем, весы покажут честно. Ровно 16. Итак, друзья мои, вы часто просите меня, чтобы я выставлял в своих видео свои просто тренировки. И вот я решил сегодня заснять видео. Разминка перед тем, как начну бомбить дельты. Опять же, это подводка к одному ныне забытому борцовскому приему. Ребят, всегда разминайтесь, потому что если вы не будете делать разминку, это рано или поздно приведет к травме. Да, вот еще, друзья мои, обратите внимание на то, как я жму. То есть, видите, руки у меня не выравниваются до конца из-за травмы. И берусь я довольно широко, потому что уже я взяться не могу, потому что рука у меня правая не сгибается. Левая, видите, сгибается, а правая не сгибается. Поэтому вот, выжимаю, дальше руки выровнять я не могу при всем своем желании. Поэтому, ребят, надо разминаться, иначе будут травмы, которые, к сожалению, я не избежал. Будьте здравы!